сұрақ? Айта беріңіз. Азамат Суздыков, телеканал СТВ. У меня вопрос к представителю Минкультуры. Скажите, какие объекты культурного наследия нуждаются в реконструкции, сколько денег на это выделяется, а есть ли в республике памятники древности, которые находятся на грани разрушения и исчезновения, да? И что дает нам включение наших объектов культурного наследия в список ЮНЕСКО? Жауыңызға тағы бір сөз айтайын, мынау на грани исчезновения находится один из величайших памятников историко-культурного наследия в Казахстане, это городище Сарайчик, возникший в эпоху Золотой Орды. Вот это требует оперативного вмешательства, вот один из вот таких памятников и непосредственно связанный с историей казахского ханства. Там была ставка Бурундука, там в какое-то время Сарайчик являлся столицей Касымхана, когда Касымхан ханствовал. Поэтому требуется очень срочное решение этого вопроса. Тут, конечно, нужна инициатива местных властей всегда. То поднимается вопрос, то это замалчивается. Поэтому надо методично этот вопрос поднимать и, наконец-то, надо будет решать. Рахмет. Құрметті әріптестер, брифингті аяқтауға тура келеді. Барлығыңызға брифингке қатысқандарыңыз үшін алғыс білдіреміз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.